Приоритетность доктора Эдранова. Что это за принцип? Вот с утра проснулся, и вот пока ты спать не лег, целый день ты кому-то нужен. Должен встретиться с кучей людей, решить много вопросов внутри клиники, решить много вопросов вне клиники, и это не касаясь лечебного процесса. Помимо того, что еще и куча осмотров и операций, может быть, в течение дня. Есть вопросы, которые можно решать по ходу жизни. Что-то можно отложить, что-то можно даже решать, находясь, грубо говоря, в состоянии телефонного разговора. Но профессиональная врачебная деятельность, она требует максимальной концентрации в тот момент, когда ты работаешь с пациентом. Конечно, самое важное – это операция, потому что ее переоперировать нельзя, переразрезать нельзя. Но также и осмотры, и консультации требуют максимального погружения в проблемы этого человека. И вот в этот момент не существует никого и ничего. Почему всегда максимальная тишина в операционной? Максимально снижены контакты словесные с ассистентами. Не поощряются внешние звуки. И уж точно я не думаю ни о каком другом пациенте в этот момент. Все мысли поглощены только тем человеком, с которым я работаю. Да, я могу задержать человека, который пришел на осмотр или даже на операцию вследствие нестандартной клинической ситуации. Я совершенно не думаю о нем, потому что о нем я буду думать тогда, когда он будет сидеть в кресле. Приоритет в том и заключается, что самый главный человек перед тобой в кресле, когда ты с ним работаешь. И это относится, конечно, в основном к медицинской деятельности. Вот. В бытовых вопросах бизнеса это не так критично.